1 октября 2020 года мы находимся в Авидиополе на перекрестке улицы Победы и переулок Высокий. Мусорная проблема опять взбудоражила людей. Здесь вот кандидат в депутаты и в головы поселкового совета Юрий Бакалов, жители переулка Высокого. Будете все-таки переносить мусор, да? Да, конечно. Будем, конечно. Это же не наши мусорники. Перенести. Эти мусорники относятся к этим домам квартирным. Мы перенесем сюда, а потом, если им будут мешать, хай его не себе которых нету. Переносить куда хочет. Нам мне мешают, мы переносим сюда. Именно решили перенести сюда. А там они хай уже, это не наши мусорники. Мы вас услышали, хорошо. Так а как каким образом? Просто перекатите и все? Мы перекатим, а потом письмом обратимся в поселковый совет. Пусть поселковый совет даст указание коммунального предприятия. То есть заборчик весь перенести сюда, який коштував 34 тисячі гривень для громади Авидіополя, який мешает людям, водіям, мешает выехать, не по ДБНам стоит. И куча мусора, куча нюансов. Вот она стояла тут всю жизнь. Ця мусорка тут, обгородим красиво, селищна рада хай займається цим питанням, а не виборами. Хай займається питаннями людей на сьогоднішній день. А є хтось з цих домів многоквартирних? Хтось є жителі цих домів? Ну, це ж і проблема їх не касається, правильно? Ну, от коли вони сюди перестануть, ці мусорки сюди стануть, то тоді це буде вже їх проблема. Вони будуть вже збиратися і рішати її. Ці мусорки, тут стоять документів, на них нет. Не наш, мы знаем знаете, о том, что за они... них платят эти дома. Они относятся к ним. Почему они стоят на, вообще на нашем переулке? Набери, пожалуйста, ему. Хапиди, да забыл. Пацаны не могут их просто потаскать. Ты понял туда? А что они ездят? Геннадий Владимирович Пикапинцев. Вы ну, в общем, после недолгих переговоров между жителями улицы Победы, переулка Высокого, между предпринимателями, которые здесь работают, решили перенести на улицу Грушевского, там есть бетонная площадка, согласовали с зам поселкового головы, говорили с коммунальным нашим предприятием, теперь будут контейнеры стоять там, чуть-чуть более облагородят эту территорию, и, надеюсь, проблема эта мусорная переулка Высокого закроется. Роман Варшинидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива Орг.